We could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. Брык, скок! Опа! Зарегистрировались на 6-часовой забег. Думали, кросс будет. По асфальту писали, чуть-чуть гравейки. А получился полноценный трейл. Асфальта ноль. Мы уже больше часа пробежали. Я думаю, километра 18-20 пробежал. Бегу примерно по 5-5:20 где-то. Начал, наверное, по 4:50 что-то. Не посмотрел. Почему горячканул сначала. Вот. Ну, будем пробовать. Трейлы как раз. Проверим к следующему трейлу. Готов, не готов. Ну, дальше покажу, какая выдалась трасса нам сегодня. Маслай. Так-то все красиво, душевно. Птички поют. Лужи кругом. Пару человек у меня спереди, третьим где-то я иду. Думаю, может, ну, хотелось бы так удержать по 5:20. Последних часа полтора-два накатил бы, было бы хорошо. Посмотрим, как пойдет. Только этой рейла никогда не бегал. Не знаю, как пойдет. Вот. Так что будем пробовать. Думаю, может чуть-чуть замедлиться даже на часок. Там будет видно. Такая вот трасса у нас. Вот такой вот рев. 6-часовой кросс. Ладно. Ну что,
добегаю. Десятый круг. 30 километров. Времени всего лишь прошло 2.5 часа. Да. Тяжеловато, конечно, бежать. Конкретно трейл такой. Отдельно надо тренировать. Это не, да, не кроссовый бег. Не по асфальту. Даже не по гравейке. Ну, будем бороться. Посмотрим, как дальше пойдет. Думаю, что буду еще чуть-чуть замедляться. Сейчас бегу примерно 5.25-5.30. Но тяжеловато, я вам скажу. Ну, а не вешать нос. Ich eine Mutter hätte, keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint, in meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd dir eine Krankheit schenken und sie danach in